радует то, что леворульные машины в основном. Как-то более-менее адекватно себя ведут. А то, если на Дальнем Востоке праворульные, смотришь в зеркало, в левое зеркало заднего вида, его нет. И вдруг, только приведешь взгляд на дорогу, вдруг вылетает. Он двигается, сместившись вправо. Правое зеркало его видно, да. Потому что увидеть дорогу праворульный автомобиль в нормальном положении не может. Вот он, выглядывая с правой стороны, смотрит перспективу. Увидел. Свободное окно. Резко влево и поперло.